Здравствуйте. Мне вот один мой зритель написал в комментариях, что там такое про Вавилон он хочет от меня услышать, узнать. Дела-то давние, это обычно древний Вавилон имеется в виду. Хотя Вавилон – это объект на территории Ирака современного. Да, может, он что-то про современность хочет узнать. Но я вот вспомнил совсем давние времена. Есть такой момент в истории, который совершенно остается в темноте. Темный такой абсолютно момент. Я вам сейчас расскажу про него. Вот, значит, что у меня источниками является? Вот была такая выставка в Москве, в бывшем музее Ленина, он сейчас принадлежит, значит, музею ГИМ, Государственный исторический музей ГИМ. Вот. Вот там была большая выставка, посвященная Бронзовому веку. Бронзовый век – это, значит, век, когда научились обрабатывать бронзу, получать бронзу. А это была подлинная революция, потому что бронза – очень такой металл, подходящий для обработки. Его можно ковать, он плавится при относительно низкой температуре. То есть отливки делать можно было уже. Ну, это была революция просто, революция была. И вот эта революция, интересно, очень протекала. Были, конечно, такие вот государства, которые мы все с вами знаем. Например, значит, Вавилон тот самый, ну, это целый, так сказать, такой конгломерат народов, на которые на маленьком кусочке земли жили, и оставили по себе письменные памятники, это, значит, глиняные таблички с клинописью. И египтяне тоже много чего оставили. Ну и вот в их, значит, табличках еще есть сведения о других их соседях, которые там где-то тоже жили, но от них вот письменность до нас не дошла вроде как. Ну, по крайней мере, до меня не дошла, она даже в переводах. Вот. Вот как-то так. А все остальное, вся остальная Евразия, по крайней мере, ее западная часть, это был единый некий такой, единая территория. Единая территория с, в общем-то говоря, единой материальной культурой. Вот это очень интересно, загадочно. А помните, такой есть Бородинский клад. Это в Украине. А нашли клад в свое время, это еще в 19 веке. Он хранится в Государственном историческом музее в ГИМе. Там такие вот всякие артефакты, если их очень хорошо разглядеть, они очень простые, понятные, копии, наконечники копий очень такие вот яркие, ярко выраженные, характерные, да. А в другом музее, который называется Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, там хранится коллекция, собранная Шлиманом на раскопках Трои, да. Троя – это такой вот город, граничивший, скажем так, вот с этим вот миром, да, неизвестным, неструктурированным миром, да, и он, город недалеко от проливов черноморских, он, собственно, их контролировал, и вот на этом он и жил, на этом контроле, туда куда-то в Черное море попадали товары и так далее. Так вот, там то же самое, те же самые объекты, можно ведь стрелы такие же, точно, конечно, такие же характерные, как и в Бородинском кладе. Такие же молотки там, да, как в Бородинском кладе нефритовые, да, какие-то ритуальные, наверное, молотки. То есть вот эта вот культура, да, ну а на выставке там вообще было все, вся Евразия одинаковая была. Все там как-то вот жило, жило, было. И тут вдруг вот это где-то начало, конец, вернее, второго тысячелетия до нашей эры. Это 1100, 1200, 1300... Точнее, наверное, трудно определить, потому что все-таки, я думаю, что есть проблематика с датировкой событий той эпохи. Вот, скажем, времена жизни Нефертити, да, ну, знаете, так и Нефертити, ее муж Эхнатон, ее зять Тутанхамон, она там плюс-минус 100 лет, про них можно сказать, ну, то есть не очень не точно. Хотя это, так сказать, яркие, так сказать, люди, которые вставлены вот в ряд фараонов, ну, вроде как вот. Ну, погрешность такая, 100 лет там, это не ошибка для них, для тех времен. Вот. Ну, короче говоря, случилось нечто интересное. Вот это существовала огромная, стабильная культура. И вот
Что случилось, вообще непонятно. Это у них назвали это нашествием народов моря. Какие-то народы попали, видимо, явно с завоевательскими целями, вот в ту вот обитаемую культурную среду. Значит, туда вот шумеры, вот туда вот к этим местам. Египет. Ну, Египет отстоял свое существование. Но, тем не менее, вот этот вот поток, вот этот наплыв, вот этот вот удар оттуда. А почему такой удар произошел? Потому что, в принципе говоря, в ту пору вот это вот бронзовое оружие, оно, ну, уравнивало способность. Как вот в более поздние времена огнестрельное оружие очень сильно нивелирует. Научился стрелять, стреляй, ты воин, да? А тут научился, в общем-то, это рубить. И ты рубщик, да? И ты воин. Все нормально. Вот. Вот это вот массовые такие армии какие-то к ним вторгались регулярно. То есть тут любой мог идти и грабить. Ну, видимо, с целью грабежа, конечно. Это все страны-то были явно богатые, явно привлекали внимание вот оттуда, вот откуда-то оттуда. Причем, значит, по старинным источникам вообще установить невозможно, откуда они пришли, да? Даже название их так приблизительно переводят, их название, но они ничего не говорят нам. Но вот внешний вид там где-то у египтян изображен. Да, вот это вот есть такое дело. Но тоже он ничего нам не говорит. Нам не с кем их состыковать в истории. Но вот тут вот этот был момент, когда каким-то образом вот эта вот тихая для нас незаметная жизнь вот этого вот огромных просторов, да, самодостаточная жизнь евразийских просторов в эпоху бронзового века, она как-то стала заканчиваться. И то ли там какое-то расслоение стало происходить по какому-то другому принципу. Потому что ведь та история для нас мало понятна, мало изучена. Она же не оставила письменных памятников, да? Все, что мы знаем про них, это от египтян, ну, у них видели, так сказать, грубо говоря, через прицел, да? Ну, грубо говоря, так вот по-нашему говоря. И все, они с ним не разговаривали. И там некогда было говорить, рубить надо было. Вот. Ну, такая вот интересная тема просто. Для меня это она захватывающая. Я бы ее с большим интересом изучил. Есть литература на эту тему. Вот как-то мечтаю я ее прочитать. Но все времени нет. А если будет время, я ее прочту. И вам внимательно расскажу, для того, чтобы у меня было время, сами знаете, что надо сделать. Подать дедушке на пропитание. Есть внизу Яндекс.Кошелек, Киви деньги, PayPal. Самое главное, там есть сбербанковская карточка, ее номер, и счет в Сбербанке. Некоторые пользуются системой ВКонтакте для перевода денег. Спасибо вам большое, желаю вам удачи, всех вам благ. Я с большим нетерпением и с надеждой в сердце жду вашей поддержки. Всего вам доброго!